Перед вами кольчуга 21 века, бронежилет. У тебя что сейчас по расписанию? Учение. Да, а я думал тихий час. Где бронежилет твой? Уже на мне, вот. Куда ты его прицепил? Ну вы же сами говорили, жилет защищает жизненно важные органы, а для меня эти органы очень важные. Нужно его просто пристрелить на учениях по стрельбе и сказать, что это был несчастный случай. Одев броник, что мы с вами почувствуем? То же, что и чувствует толстая беременная женщина. Мы безопасность почувствуем. Даже если стрельнуть с автомата, можем проверить. Готовы? Давай. О, целенький. Товарищ капитан, что с вами? Понял? Наконец-то команда тихого часа.